Здравствуйте, вы смотрите «Вечерние новости», в студии работает Александра Макарова. Сегодня 19 февраля, четверг, подведем итоги дня. Украина планирует обратиться в ООН с просьбой о введении на ее территорию миротворческого контингента. НБУ официально заявил, что остановить падение гривны уже невозможно. Донецкая и Луганская народные республики переходят на российский газ. Эдуард Басурин представил отчет о событиях в Донецкой Народной Республике, а также предоставил возможность журналистам пообщаться с украинскими военнопленными. За минувшие сутки за нами было зафиксировано 13 обстрелов. Если я называл, что днем это было 10, за ночью это было 3. Основные пункты обстрелов украинскими вооруженными силами это было Углегорск, Дебальцево, Саханка, Широкино. В результате этих обстрелов есть двое пострадавших гражданских в районе Дебальцево. Слава Богу, пока это все у нас по потерям среди гражданских. Хотел бы сказать, что мы полностью контролируем населенные пункты Могила Острая, Новоорловка, Савельевка, станция Булавина, Александровка. За ночь потери вооруженных сил Украины составили 40 человек убитыми, 50 человек ранены, уничтожено 2 БМП, 3 БТРа, 1 танк, 3 миномета и колесная техника 4 единицы. На вчерашний день я называл 3158, если добавить за ночь 40, вот, грубо говоря, это количество, которое погибшие. Если говорите, что украинская власть и пресса заявляет вообще погибших, то за все время боевых действий у них даже нет 2000. Это по официальным данным украинской прессы. Я думаю, время рассудит, кто из нас прав, кто виноват. И правда по потерям среди военнослужащих, она все равно появится. Почему? Потому что они часто употребляют такое понятие «пропал без вести». Я думаю, по разным причинам. Первая причина может быть финансовая. Никаких выплат не надо делать. Потому что нет человека, значит, не могут предоставить тело, и родственники или близкие не могут ничего получить. И второе, тем самым они скрывают реальные свои потери, чтобы не будоражить внутри страны общественность. Потому что те цифры, которые мы знаем, они очень громадные. Эдуард Басурин на пресс-конференции предоставил возможность журналистам задать вопрос служащему батальону «Азов» Евгению Чудницову, который добровольно сдал оружие. Скажите, пожалуйста, были ли у вас в подразделении иностранные наемники и пользовались ли вы иностранным оружием? Да, могу ответить на этот вопрос. Именно конкретно в нашем подразделении не было, но в составе самого полка были иностранцы, были шведы, были, видел, французы были. Вот, были инструктора иностранные. Так вот, именно иностранцы, они пользовались иностранным вооружением. У них были винтовки иностранного образца, по-моему, FND-1000, если я не ошибаюсь. У них были средства связи, ну там какой-то этот, не знаю, они там навороченные, даже не знаю, как оно работает. То есть станции там специальные такие. Вот, ну, также были средства для обнаружения артиллерийской разведки, можно так сказать. Я про это, я их лично не видел, но про это слышал, что такие средства существуют. Отношение к действующей власти, могу сказать, крайне негативное. И причем не только у бойцов полка Азова, а у бойцов других батальонов, и в том числе вооруженных сил Украины. Причина этого, она объясняется довольно легко. Смотрим события в Иловайске, которые были. Это раз. Ну и ладно, хорошо, это была случайность. Смотрим события, которые происходили потом, другой котел. Вот сейчас у нас Дебальцевский котел. Ну как, конечно, господин президент сказал, что это никакой не котел, все правильно, все хорошо, там 10 тысяч вышло или сколько там он говорит. Но по факту там ясно, там двойной котел был. Вот. Это уже не совпадение. Это уже закономерность. Просто-напросто я объясню так. Бойцы будут продолжать, они будут выполнять приказы, но у очень многих заветная мечта приехать в Киев и устроить настоящую иллюстрацию. Вернуться в Киев со своим вооружением, которое присутствует.
и устроить небольшое такое показательное мероприятие. Майдан 2014 года, зима, для них это покажется, если это случится, а это случится рано или поздно, для нынешней власти киевской, это покажется так, раем. Дарья Черничная, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. 19 февраля Министерство обороны Донецкой Народной Республики продемонстрировало журналистам, в каких условиях содержатся украинские военные, которые добровольно сдались или попали в плен. Что нужно показать? Цель в этом плену. Я понял. Те, которые мы смотрели, поснимают, спрашивают их. Я думаю, сейчас первым. Вот это все. Медицинский блок покажите. Все, что как оно есть на самом деле. Ну, первым давайте мы осмотрим медицинский блок, посмотрим, как содержатся военнопленные. Давай, как оказывается медицинская хозяин. Помощь. Давайте посмотрим, как содержатся военнопленные. Места еще пустые, не заняты. Медицинские работники не разделяют пациентов на своих и чужих. Украинским военным, которые получили ранения и попали в плен, оказывают не только первую медицинскую помощь, но и полноценное лечение. Но во время взрыва 20 числа меня откинуло, и я поломал ногу в плиту. А вообще как относятся? В больнице все было нормально, сюда привезли, это только вторые сутки. Ну, первые сутки здесь, пока нормально. Всех лечим, кто нуждается в помощи, возим в больницу, кому необходимо обследование. Здесь проводим и уколы делаем, и капельницы ставим, если нужно это все. Перевязки делаем, потому что раненых привозят. Кормят их едой со столовой два раза в день. Еще гуманитарная помощь, то есть им привозят еще там вкусненькое, и печенье, и сгущенку, и чай. То есть дополнительное питание, но я считаю, кормят их неплохо. На данный момент в следственном изоляторе содержится 65 украинских военных. В таких условиях содержатся бойцы ВСУ. Несколько человек из батальонов «Донбасс», «Азов» и «Айдар». Военнопленные содержатся в достаточно нормальных условиях и обеспечены двухразовым питанием. Один займався охороною, а тут попав в таке, прийшлося і посидіти з цивільним населенням, сиділи під артилерією, під градами, допомагали, бачили, як це людям, цим, ну, звичайним нашим громадянам, це такі ж самі українці, як вони були. Важкий буде процес, але я думаю, що все ж таки він буде нормальний, мирний процес. Він повинен такий бути, тому що ми руйнуємо свою землю. Ми її можемо знищити тут. Якщо зараз ми сядемо домовлятися, не буде миру, ми просто тут рознесемо всю нашу країну, всю нашу землю. Тому що моя земля – це теж така ж сама. Я поруч з Запоріжжя, 200 кілометрів, таке ж саме. Це треба зупинити. Оксана Волчонок, Дар'я Чернічна, Станіслав Мухін. Спеціально для Новоросія ТВ, город Донецьк. Украина обратится к Совбезу ООН и Евросоюзу с просьбой о введении миротворческого контингента. То, что такая просьба противоречит минским договоренностям, Киев не смущает. Турчинов отметил, что миротворческий контингент должен находиться на линии соприкосновения и на участке украинской границы, не контролируемой властями страны. Минобороны и МИД Украины в ближайшее время должны завершить подготовку соответствующих документов для передачи в ООН и Евросоюз. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что достигнутые 12 февраля минские договоренности предполагают, что в ДНР и ЛНР будут создаваться свои милиции, а наблюдение за районом разъединения будет проводить ОБСЕ. Заявление Киева о приглашении на восток страны миротворцев ставит под сомнение намерение властей Украины выполнять минские договоренности. Очень важный вопрос, который был рассмотрен, и, соответственно, принято решение об обращении к ООН и к ЕС относительно разворачивания в Украине операции по обеспечению мира и безопасности. В течение прошедших суток Донецкая Народная Республика, неукосительно выполняя принятые на себя в соответствии с Минским договоренностью обязательства, приступила к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения,
зафиксированные в Минских соглашениях 19 сентября прошлого года. Напомню, что из Тельманского района, Еленовки и Синоваты в настоящий момент выведены самоходные артиллерийские установки САУ-2С1 8 единиц, орудий Д-30 6 единиц и реактивных систем залпового огня Б-21 Град 6 единиц. По решению главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с 20 февраля продолжится процесс отвода тяжелого вооружения в места дислокации в других районах республики. Несмотря на возобновившийся обстрел со стороны украинских военных, представители ДНР готовы неукоснительно реализовывать пакет минских договоренностей, включая обмен пленными по принципу «всех на всех». Считаем, что позитивную роль здесь могло бы сыграть привлечение к этому процессу Виктора Медведчука. Все украинские военные, оставшиеся в Дебальцево, должны сложить оружие. Мы гарантируем их передачу украинской стороне. Тела погибших украинских военных мы готовы передавать их родственникам или соответствующим украинским государственным структурам. Ожидаем подобного отношения к достигнутым в Минске договоренностям от Киева, который должен отдать приказ всем своим воинам, военным формированиям немедленно прекратить обстрелы наших городов и приступить под наблюдение представителей ОБСЕ и совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня к реализации всех пунктов Минских договоренностей этого года. Также призываем миссию наблюдателя ОБСЕ, действующую на территории Донецкой Народной Республики, принять непосредственное участие в этих мероприятиях в целях верификации выполнения Донецкой Народной Республики Минских договоренностей 12 февраля. Гарантируем полную безопасность их работы на всей территории республики. Оксана Волчонок, Станислав Мухин, Новороссия ТВ, город Донецк. Тем временем власти Южной Осетии пообещали оказывать поддержку Донбассу и следить за соблюдением минских договоренностей. Глава МИД Южной Осетии Давид Санакоев заявил, что республика следит за ситуацией в Донбассе и будет помогать его жителям по мере возможности. Он добавил, что Южная Осетия будет следить за тем, как соблюдаются минские договоренности в Донбассе и по мере возможности поддерживать отношения с ним. Министр отметил, что его страна также направляет на Донбасс гуманитарную помощь. Как отметил Санакоев, Южная Осетия не посылала на Украину добровольцев для участия в боевых действиях на востоке страны. Однако не исключил, что осетины могут там находиться. Украинский конфликт коснулся Чехии. Несколько чешских оружейных компаний, продававших оружие украинским военным, могут спровоцировать серьезный международный скандал. Незаконная поставка оружия на Украину стала поводом для громкого скандала в Чехии. Несмотря на официальную позицию республики, согласно которой политики неоднократно заявляли о недопустимости осуществления подобных действий, выяснилось, что сразу несколько чешских оружейных компаний, имеющих государственную лицензию, продавали оружие нынешнему украинскому правительству. Владельцы одной из замешанных в скандале оружейных компаний заявили, что контракт на поставки был заключен с одной из украинских государственных фирм, занимающейся ранее производством оружия, а ныне ремонтом. Последняя партия оружия была направлена заказчику в конце прошлого года. Оружие предназначалось в частности для украинских добровольческих батальонов. Национальный банк Украины официально признал, что остановить падение гривны уже невозможно. У Нацбанка нет ресурсов для того, чтобы влиять на курс гривны. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева во время слушаний в Верховной Раде. Сегодня Украина не имеет свободного курсообразования, поскольку НБУ еще не отказался от административных мер регулирования валютного рынка. Учитывая сегодняшнюю неблагоприятную динамику экспорта, осложненные возможности рефинансирования долгов и отток капитала, Национальный банк не имеет ресурсов для того, чтобы серьезно влиять на движение валютного курса, отметила Гонтарева. В Украине продолжаются преследования за сепаратистские настроения. Из органов внутренних дел в Харьковской области уволено почти 380 человек, поддавшихся так называемым сепаратистским настроениям. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области Юрий Гладик. По его словам, с апреля прошлого года по подозрению в сепаратизме и участии в незаконных вооруженных формированиях было задержано более 800 человек. После отключения от украинской магистрали Донецкая Народная Республика переходит на российский газ.
16 февраля в 23 часа 15 минут украинская сторона перекрыла кран на магистральном газопроводе, по которому газ идет на территорию Луганской и Донецкой народных республик. Теперь республики Новороссии переходят на российское газоснабжение. Об этом сообщил спикер парламента ДНР Андрей Пургин. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Газпрому подготовить предложение о поставках газа в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. Еще одна проблема касается газоснабжения, потому что по решению украинских властей, пока не отмененному, сложилась такая ситуация, что на территорию целого ряда населенных пунктов не поставляется газ. Хотел бы, чтобы Министерство энергетики и «Газпром» подготовили предложение об оказании гуманитарной помощи в виде поставок газа для нужд этих регионов. Если, конечно, Киевом не будет предпринято безотлагательных действий по их газоснабжению по привычной схеме, отметил Медведев. По его словам, люди в этих регионах в любом случае не должны замерзнуть. Премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов сделал заявление, что республика в течение 2-3 часов сможет переключить потребителей на российский газ. В Донецкой Народной Республике продолжается выплата социальных пособий. В соответствии с указом главы Донецкой Народной Республики от 28 ноября 2014 года номер 24 о социальных выплатах гражданам, имеющим право на получение пенсии, Пенсионный фонд продолжает работу по выплатам. На сегодняшний день социальные выплаты получили около 300 тысяч пенсионеров по возрасту, а также инвалиды первой, второй и третьей группы. С 16 числа текущего месяца по подготовленным спискам начаты выплаты пенсионерам из числа сотрудников силовых структур, а также лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны, в число которых входят чернобыльцы и афганцы. За получение материальной помощи пенсионеры могут обращаться в отделение Центрального банка Донецкой Народной Республики либо в отделение почты Донбасса при наличии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения. Анна Триксель, Андрей Горячев, специально для Новороссия ТВ. В честь Международного дня родного языка в Донецкой школе номер 145 состоялись торжественные мероприятия. В одной из донецких школ организовали праздник родного языка, в котором приняли участие школьники, показав свои таланты и знания. 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка, который учрежден решением Генеральной конвенции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия. В честь этого события по инициативе районного отдела образования Союза женщин Донбасса и депутата Народного совета Вячеслава Бердичевского в школе номер 145 Буденновского района состоялось мероприятие, в котором 10 школьных команд разной возрастной категории показали свои знания русского языка. Мы очень благодарны тем, кто нам помогает. А у нас есть депутат парламента ДНР Бердичевский, который всячески оказывает нам помощь. И есть еще одна организация «Максимал», которая предоставили нам, и Владислав Леонидович и «Максимал» предоставили нам в качестве сувениров и подарков. Как вы думаете, что самое ценное – это книги? А мы все вместе хотим, чтобы у нас был мир, чтобы наши дети росли умными, грамотными. И это все-таки будущее наши дети. Это самое ценное, что у нас есть, и они будущее нашей страны. Участники конкурса знатоков русского языка по окончанию мероприятия в качестве призов получили книги выдающихся русских писателей. Дарья Черничная, Максим Крапивко, Новороссия ТВ. Сегодня в студенческом центре культуры Донецкого национально-технического университета клуб веселых и находчивых «Латте Донаса» проводит мастер-класс для молодежи республики. Мы команда КВН «Латте Донаса», город Макеевка. Привет. У нашей команды в этом году появилась возможность, благодаря главе нашей народной республики, поехать на международный фестиваль команд КВН «Квин-2015» в городе Сочи. Там мы представляли наш родной край, Донбасс. Вернувшись оттуда, мы бы хотели поделиться опытом с молодыми КВНчиками, с КВНчиками, которые остаются здесь, в Донецке, и продолжают представлять наш регион в КВНовском кругу. Мы считаем, что с юмором по жизни, как и с песней, шагать гораздо проще и веселее, мы не собираемся отчаиваться. Мы хотим помогать молодым командам, мы открыты для всех, и если кто-то хочет с нами посоветоваться, есть номера наших телефонов, могут написать нам ВКонтакте, в социальных сетях. На данный момент скоро будет открыта Юзовская лига КВН, 26 февраля будет в ней первая игра. Мы редактируем команды, помогаем молодым, советуем, хотим поднимать общий уровень КВН во всем нашем Донецке. Для нас это действительно очень важно. Вчера в Донецке состоялось мероприятие, посвященное памяти Владимира Высоцкого. 18 февраля в Донецком доме работников культуры прошел вечер, посвященный памяти талантливого человека, который сквозь года остается в сердцах людей.
Владимир Высоцкий своим творчеством проник в души. В этот вечер гости исполняли песни поэта, а также произведения собственного сочинения, отдающие дань памяти Владимира Семеновича. Сам виноват и слезы лью, и охаю, попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. Крутые острые края имеет эта колея. Почтить память пришли поклонники творчества Высоцкого. Гости читали стихотворения, просматривали накопленные архивы о жизни этого великого человека. Память о этом человеке жива по сей день и не теряет своей популярности, ведь песни его наполнены глубоким смыслом. Даже в дозоре можно не встретить врага, это не горе. Если болит нога, если дверные, кому скрипят, кому поют, кто вы такие? Вас здесь не ждут. Алина Черняева, Павел Припа. Специально для Новороссия ТВ. Это вся информация на сегодня. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь до завтра. Берегите себя. В Луганске переменная облачность, без осадков. Днем минус 2, минус 7, ночью минус 8. В Волчевске ясно, без осадков. Днем минус 2, минус 7, ночью минус 8. В Северодонецке также ясно, без осадков. Днем минус 1, минус 5, ночная температура минус 6 градусов. В Енакиево переменная облачность, без осадков. Днем 0, минус 6, ночью минус 8. В Краматорске также ясно, без осадков. Дневная температура плюс 1, минус 6, ночью минус 5. В Славянске ясно, без осадков. Днем плюс 1, минус 4, ночью минус 5 градусов. В Мариуполе пасмурно, без осадков. Днем минус 1, минус 5, ночью минус 8. В Горловке переменная облачность, днем ясно, без осадков. Днем минус 1, минус 7, ночью минус 9. В Макеевке ясно, без осадков. Днем 0, минус 7, ночью минус 8. В столице республики ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха составит 72%. Дневная температура 0, минус 6, ночью 8 градусов ниже нуля.